Ваше Величество, по всему государству ходят слухи. Какие? Говорят, что королем должен быть принц Кён Чхон Вон. Министр иностранных дел Пак Ёнгу полагает, что вы солгали о последней воле короля. Убить. Что? Каждый, заявивший подобное, будет обвинен в измене. Убейте всех. Всех слуг почившего короля, придворных дам и солдат. Я избавлюсь от каждого, кто усомнится в моем праве занимать трон. Я не оставлю ни одной живой души.